скажи, пожалуйста, чего сегодня не хотелось, чтобы одержать победу над Миртесин? На самом деле, ребята играли, ну, соперники очень хорошо. Что у нас не получилось? Ну, наверное, это отсутствие ключевых игроков. У нас уехал, к сожалению, капитан команды. Как вы знаете, это лучший бомбардир нашей команды. Ребята подустали, но в связи с воскресными играми у нас две игры было. Травмированные есть. И, опять же, в связи с последними событиями многие просто не приехали. Побоялись ехать на метро. А пробки, как вы знаете, сейчас жуткие. Скажи, пожалуйста, вы уже привыкли играть, да, на этом поле, на политехнике. Для Миртесина это была первая игра. Как-то ощущалось то, что игроки пытались привыкнуть к полю соперники ваши, а вам было, может быть, попроще даже в этом плане? Ну, на самом деле, до этого про соперников не слышал. Не знаю, как они до этого играли, но сейчас они показали достаточно хороший футбол. Ну и на самом деле на школьных полях нам намного лучше играть. Здесь просто, ну, вы видите то, что границы не очень видны, и до сих пор на самом деле не привыкли. Хотели бы вернуться на пришкольные поля? Да, но не во вторую лигу, а в первую. Хорошо, теперь у вас, получается, кубок уже позади, да? То есть здесь уже вы потеряли надежду на продолжение борьбы. Теперь какие задачи ставите на конец сезона? Понятно, что победить, но, может быть, какие-то еще конкретные, что-то исправить, изменить в своей игре? Конкретные задачи? Ну, в первой лиге мы, скажем так, не очень выступаем на данный момент. И хотелось бы, конечно, сохраниться в первой лиге. Ну, сыграть хорошо и остаться в этой лиге. Хорошо, спасибо. Спасибо большое.